чтобы... Так что, если вдруг это захочешь это куда-то вылить, ты это просто так не показывай там. Новый мерч. 100 тысяч в телеге. Новый мерч, не шрам, а синяк. Сколько у тебя в телеге? Телеги 54-55. 25 тысяч будет в телеге. Нет, если будет 100 тысяч в телеге, я спокойно сфоткаю жопу и скину туда. Будет 100 тысяч, ребят, точно посмотрят. 100 тысяч подписались, остались, типа, не блядь. Остались. 100 тысяч набьем Радика в телеге. Что думаете? Да, я и второй снег посажу тогда. Просто будет два таких. Он просто такой, ебая, давайте 200 тысяч, я себе еще снег сделаю. Типа глазки, блядь. Там, ребята, 300 тысяч, я себе фалангу отрубаю. Так за год. Можно вообще... Так, полляма подписывается. Чайной ложкой так выковыриваю глаз, блядь. Ну, просто через пару лет человека не осталось уже. Я себя застрахую. На коляске. Ребята, ребята, последний раз мы удалили часть языка. Что дальше? Сколько ты зарабатываешь? Я с этого не зарабатываю. Кто тебя смешит? Чей юмор тебе прям заходит? Я подаю, чтобы пока снег не прошел, сфоткаю жопу, блядь. Давай. Можешь сфоткать обратно? Ебать! Это пиздец. Какой он синий, он фиолетово-синий-зеленый. Какая у меня жопа некрасивая, боже. Почему? Блять. От фотошоп. Надо сердечко поставить на какой-нибудь. Ебать, какой он здоровый! Это пизда, блять! Это просто... Ты посмотри, это же, блядь, планета, нахуй! Он даже коричнево-фиолетовый. Ты посмотри, это планета, блядь. Вот смотри, это как будто луна. Реально, будто луна. Будто луна увеличена. Ёбаный бассейн, блядь. Да бог тебя милу, конечно, что не позвонил. Бля, я просто в моменте подумал, что я мог, ну так, знаешь, затылком чуть-чуть тыксно. И все. Там, да, все. С ложки бы чужие. Так вот. Если бы ел, блядь, еще. Бля, ужас, страшно, конечно. Я не знаю, ты в ТикТок видел?